Основные признаки того, что вас вербуют. Новый знакомый начинает навязывать вам свои религиозные взгляды и оказывать на вас давление, навязчиво предлагает свою помощь и готов консультировать по любым вопросам, обещает решить проблемы взамен на ваше согласие и лояльность, прибегает к угрозам за отказ выполнять его требования и задания. Анализируйте проявленный к вам интерес в интернете. Помните, что вас могут начать вербовать даже в ходе ни к чему не обязывающей беседы.